Билим берүү жана илим министрлиги 2019 жылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Министрлик алгач эң жогорку балга ээ болгон 10 окуучунун тизмесин көрсөттү. Быйылкы тестирлөөгө 43440 окуучу катышкан. Нуртегин Колбаев Бишкек шаардык номер 70-чи окуу тарбия комплексин аяктап жатат. Ал жалпы республикалык тестирлөөдөн 234 балл алып, өлкө боюнча 2-чи орунду камсыздады. Родился в 2001 году, в обычной семье. У меня есть братишки, сестренки, всего их трое. Родители, которые трудятся, чтобы дать хорошее образование нам. В школу я пошел в 2008 году и сразу в 70-ю школу я пришел. Первым учителем у меня была Кириченко Людмила Николаевна. Она хорошая учительница. Так знание, фундамент заложил, говорят. Дальше пошло я... Получается, по образованию попал в мат-класс направление. Учился я так, сначала на 5, потом на 4, бывало 3 иногда. Но очень старался на 4, чтобы хорошо было, твердо, чтобы четверка была. Вроде получилось. Каарманыбыз жогорку балга ээ болом деп күтпөгөнүн, тестирлөөгө эч кандай даярдоо курстарына барбай эле өз алдынча даярданганын айтат. Готовиться после Нового года начал, примерно февраль-март. Я готовился дома, не стал ходить на курсы. Посчитал, что они ничего нового мне не дадут. Я ходил на 2-3 пробных, результат был примерно 170-180. Вообще я планировал набрать 200, плюс-минус. Не ожидал вообще. По основному тесту я набрал 234 балла. Прям вообще не ожидал. Я думал, с русским проблемы будут. Аналогии тяжелые были очень. Но математика вроде как простая была. Я мат-класс, не знаю. До предметы математика была потяжелее, чем основной. Намного. Вроде тоже я решил. Надеялся на хороший результат. Результат хороший оказался. Физика была очень тяжелая, потому что я не очень готовился к физике. К математике я больше готовился. В принципе, физику я тоже хорошо сдал. Нуртегин IT-технологиялар тармагында билим алгысы келет. Ал азыр кайсыл жогорку окуу жайына тапшырууну ойлонуп жатат. Так, золотой сертификат мне открывает двери во все вузы, получается, нашей республики. И у меня есть желание поступить на факультет IT-технологий, чтобы в будущем быть специалистом в этой области. Для меня это по душе очень. Само это желание есть быть специалистом. Теперь осталось только вуз выбрать. Из наших республиканских. Это уже выберу в ближайшее время. Надо посоветоваться еще с родителями. Бүтүрүүчү окуучулук күндөрүндө бош убактысын башка классташтарында эле өткөргөн. Азыр техника буюмдарын оңдоого кызыгам. Кээде компьютердик оюндарды ойноп коем, китептерди окуюм. Баарынан бир аздан дейт ал. Я раньше играл в футбол, сейчас как-то реже играю. С ребятами на улице играл. Получается, сейчас я больше что-нибудь такое. Как говорю, труд мне нравился, что-нибудь такое сейчас работаю. Что-нибудь починить надо, собрать что-нибудь. Что-нибудь такое делаю, помогаю, дома что-нибудь чиню тоже. Бывает. Бывает, часто бывает. В свободное время играю в компьютерные игры иногда, читаю иногда, всего по чуть-чуть. Во все области, чтобы успеть. Класс жетекчиси Нуртегинди Жоош токтоо деп мүнөздөп көбүрөөк профилдик предметтерге кызыгарына токтолду. Колбаев Нуртегин у меня учился с 5 класса. Я взяла профильный класс математический у сильного учителя Людмилы Николаевны Кириченко. С 5 класса по 11 класс в нашем классе он обучался. Вообще мальчик очень интересный, мальчик очень скромный. Всегда проявлялись такие нестандартные способности, но в классе он... Достаточно тихо сидел, если можно так сказать, проявлял очень большие знания в химии, увлекался химией, математикой, информатикой, в геометрии. Отзывчивый ребенок, очень порядочный и
всегда отзывался на просьбу как мою, так и школы. Өлкөнүн эң алдыңкы окуучусу болуп билим уясынан учуп бара жаткан бүтүрүүчү мектебин, мугалимдерин, досторун, атыгүл мектептин ашканасын сагынаарын айтат. Ну вот я школу закончил. Скучать буду по школе, по учителям, по всем, по директору, по друзьям своим, ну, по всем, по самой атмосфере учебы, по переменам, по столовой. Выпускной 25 июня будет. Ну, я на выпускной не пойду, просто, как, не знаю, нет желания просто. Ну, не вижу необходимости просто идти. А так, в принципе, наверное, весело будет. Маек соңында Нуртегин Колбаев мектепте эмки жылы аяктай турган бүтүрүүчүлөргө да кайрылып кетти. Главный совет — это не надо это паниковать, не надо волноваться. Не так страшно, вот. Надо готовиться, надо повторить. Ну, то, что преподавали в средней школе, там в основном упор делается на задания и на логику большинства заданий. Для меня лично были аналогии сложные. Ну, что русский язык тоже. А так, не знаю, удачи всем.